нас 8-й день. Рубл. И мы пытаемся переиграть оппонента. Значит, маг. Аптекарий. Смашрип. Еще 800 атак. И вот, внимание, вопрос. Собственно, две девочки? Или взятка? Взятка мне больше нравится, если честно. Две девочки или взятка? Можно, конечно, убрать апотекария и взять две девочки. Или вторую взятку. Но... Все-таки основная идея в том, чтобы пережить эту игру. Ну, ага. Привет, Женя. Поехали. С гоблином поделись. Хорошо, не буду жмать эцесит. Если уж лично ты мне советуешь поделиться с гоблином. Какой же я сонный. Так. Правильно, напугаем их когтем. По роже всем. Проиграли. О. Окей. Купить бомбу за эти деньги, но боюсь, тебе не продадут. Да, боюсь, мне не продадут. Число болельщиков. Ну... Похоже, болеют. Болеют за нас. Чё, правда, что ли? За нас болеют, ребята. Ребята. А, он 1-1 кинул. Ну, окей. Так же это как? Рестл или блок? Смотря на кого. Ну, в смысле, какой я там какую позицию я там занимаю? Расскажи мне. На роторе? А, хорош. А, игрока не хватает здесь. Лос парня потерял, да. Наверное, так и есть. Или убрать одного гатора, выпустить линеечку, я не знаю. Ну, вроде как наша защита, мы должны максимизировать наши возможности. Да, вот так сделаем. Ты мовного потерял? А, прятал? Но он у меня и так спрятан. Как бы в него нельзя блицануть. А,
А, ты бы типа в запас убрал, ты имеешь в виду? Добрый вечер, Дисп. С поля спрятал от камней, например. Ну, здравствуй, Трикс. Это, конечно, хорошо, но... Ну, как бы тогда у меня мало гаттеров на поле. Мне нужно накопить денег на гаттера и, собственно, купить гаттера. Вот за что ты меня не любишь, а? Lord of the Night. Какой у тебя замечательный стадион. Нет, не... А, приходилось, да. В первых играх. Пока у меня не было стадиона. Первый темп пережить, во втором творить грязь. Ну, примерно так. Примерно такой план на игру и есть, Джинни. Ну и... Давай, идеальная защита. В принципе, меня устроит. Бунтобе команда лишается хода. Ну ладно. Ой, он еще и поймал. Раньше вроде Макс стоял. Да, в прошлой игре Макс стоял, я решил поменять. Потому что я не хочу этим оркам давать еще и мага. Ну каких? Барик. И бомба. Будем надеяться, что бомба сама себя убьет, а Барик просто ничего не сделает, там, я не знаю. Так, вот это нормальная тема. Ну ладно, у нее есть блок. Это и нечестно. Почему у моих линеек нету блока, а у него есть блок? Привет, Крисочка. Как твои успехи в новом сезоне? Конечно, нечестно. Гард на линейке, фига себе. Норс воспитывали, наверное. Ну, в принципе, да, есть такое. Есть что-то в них такое. Скучно, но... Ну, это не самая веселая игра, Крис. У меня тоже нету плюс агильного, плюс мувного. У меня есть просто плюс мувный. Покрасить всех зеленкой. Сегодня Хэллоуин, я трезвый. Ну, сорян, здесь я тебе ничем помочь не могу. Так и знал, что этого парня будут блицевать. Вот эти паузы перед ударом, они меня дико напрягают. Ну раз четырех агильный, а это на одну агилу больше, чем у них врожденная. Соответственно, у меня должен быть пяти агильный. Ну, где мой ресл вообще? Что происходит? Ну, чистый нокаут. А, имбой сюда ушел, ну да. Раз, два, три, четыре. Можно, конечно, четверых попытаться поджарить фаерболом. Согласен, что лосс, в принципе, нормально оделся. Нет, я не хочу сразу магом. Я хочу вот этим парнем сразу жахнуть. Вот этого парня.
знаю, зумом? Есть только. Какой прочный армор. Мне это почему-то не нравится, что армор такой прочный. Не схотел? Ну и ладно. Жене точно фигни не посоветует. Я прям не спорю даже. Ну или отсюда, конечно, фалить, но это нет. Соответственно, можно как-то вот так. Ладно, хрен с ним. Пройдем шажочек. Парень стакла меня напрягает слегка. Так что отойдем. Не пробил. Забавно. Да. Хорошо. Хорошо. Привет, Ген. Конечно, фигню я тут кинул. На 7 плюс с ДП. Да, действительно маловато. Надо было еще четверых добавить. Хорошо, стоим. Угу. Ну, пока это никак не влияет. Посмотрим, где он клетку будет ставить и как.
Столь хорошего контакта завезли. Ну, хорошего контакта кому? Мне, для орков? Для орков, да, много хорошего контакта. Три. Удар. А, раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Вот так как-то. То можно 1D сюда, конечно, кинуть. А, даже так. Можно фаерболить прям всю толпу орковскую. Или орочью, как это правильно. Как эти грибы называются? Орочи? Орочи или орки? Да, если бы он был 4 на 4, я бы тут сейчас бахнул. Как Гендальф, блин. Вообще, конечно, хорошо бы отсюда ударить сюда, чтобы его под этого запихнуть, но нет. Можно подойти сюда. Зря в контакте оставляю. Возможно. Он сегодня упадет вообще, нет? Не послать ли нам гонца, блин, за бутылочкой венца? Давайте. Просто сплошные стрелки, окей. Когда-то это должно было случиться. Хотя можно было сюда упасть, чтобы он вот так вот так обходил.
наверное. Не знаю, что подходит. Вообще, да, ерунда, конечно, получилась. Не нашел ни 5, ни 6. На скольких кубах? Так. Раз. Два. Три. Четыре. На 8 кубах я не нашел ни 5, ни 6. Как вам? Здорово, Рэйвен. В такие моменты вот ощущаешь нехватку ресла. Я не знаю, вот реально у меня такое ощущение, что вот мне ресла не хватает. А вот он 6-6 нашел сходу. Ладно, хоть жив. Жив, цел, крыс. Пока что. Пятерка неприятна. Ладно, блиц был, удар был, все. Больше ударов не будет. А что если близы сделали хомяка так же, как Диву? Не-не-не, Крис, это так не будет работать, потому что, типа, такая механика уже есть. И ее повторять они, скорее всего, не будут. Только если другие эти пилоты-мехи выйдут, только у них, возможно, будет такое. А так, знаешь, есть игра Atlas Reactor. Там хомяк был хомяком еще до того, как это у близов стало мейнстримом. Понимаешь, о чем я? Блин, походу время дикой магии наступает. Вот сейчас. И блица вот этим парнем. Или в красные блица. Сюда молния. Сюда, сюда. Чтобы они могли пройти только здесь. Здесь додж, блиц сюда. Как-то так. Вот этим парнем здесь, наверное, подобрет, мне кажется. Блин, дофига он бегает, конечно. Что бы это ни значило. Сейчас посмотрим, Крис. Ну, в общем, Крис, попробуй в Atlas Reactor поиграть. Возможно, тебе понравится. Бесплатная, в Стиме. Она не то что пошаговая, а как бы одновременная, что ли. Самый провал, что при неудачном блоке он сюда встанет. Хотя я сюда подойду и, в принципе, смогу ударить все равно. Я не знаю, вот, реально. У меня крысы заболели, по-моему. Там, прогрессирующая стрельчанка или как-то так это должно называться. Сюда подойти не сможет, к сожалению. Можно сюда встать, конечно, выхватить крысоогром от толпы. Да, это дикие стрелки. Стрелки, я не знаю. Но здесь слишком много. То есть надо сюда игрока подводить, чтобы фигня это все. Блин. Я могу этим парнем
сделать 1D. Но я его тогда кладу сюда, а это ничего не дает. Вот так. И вот так, да? Причем счет достаточно вот так отойти. Не знаю, фигня какая-то вообще. Просто фигня. Стрелки хорошо. Ладно. А этим я не мог, по-моему, подняться, да, гибли? Или я пропустил этот момент? Ну, это зря. Мог, да? Блин. Ну и ладно. Ничего, ничего, у меня маг просто силы набирает. Сейчас это... Сейчас всю аркоту повалит. Ну, он пытается на центр выйти, чтобы как-то пронести мяч, типа, а-ля через центр. И вот этого парня сейчас фалить будет. Вот этот размен меня более-менее устраивает, на самом деле. Сколько он? 80 стоит, по-моему. 100, 120, да? И мой стоит, правда, 170, ну ладно. Или он 100 стоит? Да, 140 на 170, более-менее нормальный размен. Ладно, пусть будет так. Травма, плохо. Это минус парень сразу. Ну и удаление. И единица на кубе. А, бас, рад, са. Просто обосрать. Вот почему? Вот если бы на молнии не было единицы, Сид, я как бы постфактум тоже могу много чего сказать. Так, теперь.
Уступи место, друг. ММГ, хорошо. Так, тебе придется танковать здесь лицом, чтобы вот этот парень не ударил кого-нибудь из гаттера на халяву. Это гард? Это не гард. Да, тебе придется здесь лицом поторговать, друг мой. Сюда. Ты идешь сюда. Идешь сюда. Какая же молния подставная оказалась. Я просто охреневаю, дорогая редакция. Вот просто упади он здесь, у меня были бы отличные шансы. Я бы этого парня сдвинул. Или даже уронил бы, потому что есть специально обученный и блицер, и гаттер. И просто забрал бы мяч. Тут есть дырка, конечно. Надо было ближе сюда вставать. Ну да ладно. О, Майти Блоу сыграл, кстати. Она только сейчас стала поровну, да? Не, ну за... почему не трогать, если у меня был блиц, как бы? Ну, проблема в том, что маг вообще не сыграл. То есть вообще ноль, никак. Надо было единицу именно на молнию кинуть. Ну, такое бывает с крысоограми. Жив, хорошо. Ошибка тратить мага в первом? Нет, Джинни, это не ошибка. Маг мог абсолютно так же сфейлить в любом тайме. Какая разница, в каком его тратить? Ну, точнее, разница, в каком его тратить, вообще нету. Так он напрягает. Да нифига он его не напрягает. Просто никак. Он играл вполне хорошо. Он не играл вообще никак. Он просто лежал в кармане, Сид. О, и у меня Боба сдох. Тоже перелом ноги. Это был парень с таклом, кстати говоря.
Что-то сало кровавое, не знаю. Пробил. И в итоге только за счет ДП что-то сделал. Всали, всали. Это же соревновательность. Понимаешь? Соревновательность, она, как известно, изо всех мест должна торчать. Вот она и торчит. А, блин. Если я сюда встану... Я буду стоять здесь. Раз, два. Важно. Может еще пригодится. Оу, гибли выпилился об асфальт. МНГ, ну и ладно. Хотя если бы переролил, убежал бы. Ну ладно, вроде все целы. Будет блиц сюда. Вот здесь клетка. Блиц сюда. О, здесь прям что-то какие-то супер эти укрепления. Хреново, у меня один запасной. Если этот парень не поднимется, то я буду играть в минус 3. А у орка 2 запасных. Собственно. Тут все как надо. Ладно. Все походили, да? Молнию пулял, да, Джинни? И там единица, как бы, на молнии.
Эти китайские, блин, шалуны. Стрим. Здесь надо ассист снимать, получается. Ну да. Так, единичку сбросили, стратегическую. У него такл. Нет смысла, ну, нет разницы между ГФИ и Даджой. Поля. Аптеки нету. Хорошо. Ах ты, скотина. И ведь специально пофоловил, чтобы усложнить. Двойная игра. Да-да-да, Хлон Раут, так и есть, двойная игра. Ладно. Пофигу. Делаем вот так. Этот парень отдыхает, ему и так хорошо. Этот парень тоже отдыхает. Так, тем не менее, уже неплохо. Вот этот жалко не поднялся. Очень хотелось бы. Три куба логично. Долго думает. Неприятно. Вот ненавижу это ожидание дебильное. Ладно, отдыхаем. Ну, да, изи. А, можно и так, да. Хорошо. Тоже неплохо, мы стоим до сих пор. А вот не фоловь. Фоловил, жалко. Жалко, что он пофоловил. Окей. Плохо он с таклом. Ну, блин, мне тут нечего было делать. Надо было это делать. Хорошо.
Почему у меня эльфы так не умели? С даджом от не таклера. Они не могли так, эльфы. Здесь орки делают изи. Поднимайся. Сраная поимка. Просто взял, поймал мяч на халяву. Так не повезло. Нет, так не работает. Такая расстановка не работает. Если что. Ладно, может плюс шаг дадут или плюс ход. Гатры целые. Блицер, в принципе, тоже выжил. Еще этот, наверное, утащит МВП. На первом же фале сломался. Не знаю, чтобы без даджей как-нибудь занести там, я не знаю. Ну, короче, не вантерным. Нет, это построение так не работает. У тебя минус один игрок. Квикснэп, пожалуй, наверное, самое удобное, что может сейчас прийти. Или типа случайные игроки опрокинут, и у меня никто не падает, а у него вот отсюда ребята падают. Это, наверное, тоже хорошо бы было. Хайкик, в принципе, тоже неплохо. Ты сюда, ты сюда. Ты, соответственно, вообще какая-то фигня у меня в голову лезет. Сюда. Не, вообще идея такая, смотри, отсюда сюда. Сам встаю сюда. Сюда. Типа удар. Удар. Здесь у меня стоит парень, здесь это, соответственно, сюда. Этого сюда, этого сюда. Блин, и надо будет вот эту точку занять кем-то. Типа вот так встать. Раз, два, три, четыре. В крайнем случае, одним из гаттеров прибегу.
поставить под страховку. Это, конечно, хорошо. Но как? Вот так? Черт. Я хотел поменять их с крысогром местами просто. Ладно, тачбэк, это хорошо. Я хотел просто поменять с крысогром местами. Но это уже не важно. На один надо было толкать. А он не захотел. То вот они, где шестерки-то идут. Запрос на шестерки, да, удовлетворен. Блин, не знаю, с квикснэпом было бы прям шоколадно. Пробил, просто пробил. За счет ДП я пробил этого парня. Без ДП бы даже не пробил. Как вам такое, Илон Маск? Не знаю, игра просто не идет. Просто ноль. Ладно, поднялся. Ну ладно, мне надо вот этого парня качнуть в этой игре. Остальное, наверное, приложится. Ну и вот это бы хорошо с Либли тоже качнуть. Нибли не знаю, нужно ли качать. Тебя я уже, к сожалению, не качну. Ну, точнее, это уже от МВП только зависит. Все, пока. Так, 10 на 9. У нас меньше. Но мы будем избивать лосс. То есть у нас есть некие шансы. Да, нехватка крысюков на лицо прям. Так, нам дали перебросик, это хорошо. Мяч падает достаточно неплохо, тоже хорошо. Так, это уже нехорошо.
Так, раз. Два. Так, это норма. Хорошая тема. Добра, Гром Бриндл. Так, минус. Вот здесь бы трешечку. Ну, слегка сравниваемся по количеству игроков на поле. Так, это плохо. Жив, цел. Жив, цел, крысюк. А, баннер сагу, что ли? Хрена он тут опекает своего лежачего друга. Ты не могла не зайти. Пожелай доброй ночи. О, доброй ночи, Крист. Доброй ночи. Стоим. Прекрасно. Вообще не без разницы. Это нам без разницы. 4 плюс должен убегать или не должен убегать? Пытается. Пам-пам-пам, пам-пам-парам, пам-пам-пам, пам-пам-парам-пам. 4 плюс, хорошо, хорошо. Это так работает, я верю. Чуть помарчил негатора. Не подведи меня, крысоогр.
Бежим. Так, давайте сначала мяч передадим, наверное. Нет, так не годится. Вот так лучше. Шажок бы еще, конечно, внутрь сделать. Ну да ладно. Так, этот отдыхает. Не отдыхает. Так, хорошо. Он не будет бить этого. Уже хорошо. Соревновательность хат. Ну как успехи, как бы орки нас смешивают с этим, с полем, с асфальтом. Они слишком как бы сильны. На магии единица. Соответственно, после этого смысла особого играть уже нету. После того, как единица на магии. А, во второй ход, по-моему, или в каком. Ну, короче, первым же блоком травмировали этого парня. Первым же, который он получил. Аптека тоже ушла, потому что убили вот этого парня. Она его не вылечила. И с ДП пока никто ничего. Ну, ДП, короче, никому ничего не делает. Сколько травм орков? Две. Какая разница? Зафалили, не зафалили. Он первым же блоком упал. И все, и в этот же ход вылетел. Как бы 1800 орки, очень вкусные ребята. Тем более они ничего не фейлят. Еще ни одной терновера не было. Ну да, я бы тоже, наверное, Нибл убил при возможности. Но Нибл жив. Нибл лучший из... из этих, из получателей Пахари, наверное. Как-то так это. Ну, может к этому подойти, в принципе, да. С двумя ГФИ вполне. От хвоста доджит вообще как эльфы с пятой агилой. Без проблем. Вообще они додж кидают без проблем, орки. По-моему, пока еще ни одного даджа не зафейлили. Да, 2-6. Вот и Слибли отвалился. Он очень долго танчил всех подряд. И вот, наконец-то, его сломали. Первая неудача орков за всю игру. И то есть еще авторирол.
Оп, и нет неудачи орков. Было близко. Ну, а тебе с пробойчиком. Да, только у орка вообще нигде фейлов больше не было. А у меня, как видишь, кое-где не заходило. Нет, ничего нового. Ну, с ДП бы пробил, кстати говоря. Один раз? Единственный успех за игру? Ладно. Можно, конечно, сюда встать. И попробовать 1D. Если на 1D отталкиваю чёрка, то все хорошо. Давай, достаточно оттолкнуть. Пошел вон. Этот таклер лежит, этот таклер пробит. Хорошо. Еще один ход бы поставить. Какой же у меня минус большой. Я не знаю, как играть. Слишком много запасных орков. Слишком много. Два запасных против команды с одним запасным. Блин, мне бы еще одного запасного. Надо будет задуматься. Победить попробовать хочу. Но что мне для этого надо? Мне надо занести, потом суметь отобрать и опять занести. Для этого надо сделать так, чтобы орков кто-то попытался отвалиться. Вот этот парень, точнее, пытался отвалиться. Да у меня, по сути, два выбивало. Один здесь, один вот с мячиком. Привет, Лесара. Видишь, я тут страдаю.
Сейчас я этого подниму. Удар. Нет. Алисар, я каждый ход фалю. У меня взятка есть. И ДП. Где он тут? Вот он. И ДП. Ну, это уже какой раз орки такое кидают. Я уже что-то даже привык. Было бы странно, если бы они это умудрились не сделать. И вот это он сейчас прокинет. Но это единица тут бы каждый упал, ладно. Окей. Мы можем оббежать вот так, сделать удар сюда, подняв эту, и занести. Это ж орк. Да-да-да, они еще доджатся прекрасно всю игру. Наверное, так и сделаем. То есть ударим сюда, и все. И заносим. О, нет, это уже... Это уже опасно. Мог сюда ударить. Подвести этого сюда, ударить сюда. Подойти, ударить сюда. Ладно, это не важно. А, и первый ход или какой там орк устоял под 8 кубами или что-то около 8. Там, да, по-моему, 8 кубов было, короче, я сдал в орка, и я не нашел ни 5, ни 6 на 8 кубах. Было забавно. Так, ну, вот это уже какой-то плюс. Какой-то. Осталось только понять, какой это плюс. Не, какая-нибудь травма бы могла бы мне помочь. Если бы я травмировал кого-нибудь. Будем надеяться на блиц. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Блин. Можно, конечно, еще на клеточку подойти, но что-то опасно. Я, наверное, так постою. Да, вот сейчас бы маг зарешал, если бы я знал, что там будет единица. Ну, надежно на ничьи 9 матчей, это 9 поинтов. По сути, 3 победы, 6 поражений дают тот же результат. При этом, если во время победы заносить больше, чем пропускать при поражении, ты еще и будешь выше по таблице. Там в теории можно было после удара крысоогром вот сюда перебежать всеми, сделать здесь экран. И сталить еще ход. Какой смысл? Да и блиц должен как это? Мне должны дать когда-нибудь блиц. Потому что пока что блицы дают только моим оппонентам. Ну ладно, переброс тоже неплохо. Выгодно не играть в Саламандрах? Нет, дело не про выгоду в Саламандрах. В Саламандрах нормально играть. Просто нулевой командой играть в Саламандрах плохо.
То есть, будь у меня крыса 1800, я думаю, орка мне было бы так весело играть. Там какой-нибудь блицер с клавсоем БПО. И уже было бы совсем другая игра. Так, ну этот вылетел на... А, он бы так-так вылетел, какая разница. Ваши крысы покидают вас, милорд. Надо что-то делать. Минус 5. Минус 4. Только у меня один был, соответственно, это минус 4. У него было 2, это минус 2. Нет, ничего не разрешили вообще. Вообще ничего не разрешили нам. Мы просто страдаем потихонечку. Наконец-то он дорвался до Властелина Печеньки. Просто, наконец-то. Сколько времени прошло? Может, не подберет. Может, не подберет. 4, 6, где-то здесь клетка будет. А еще раз? Нет. Чудес не случается в этой игре, я понял. Ну, ладно, когда я играю, против меня чудес не случается. Очень важно. Время для чуда есть? Ну, сейчас попробуем сделать какое-нибудь чудо. В любом случае придется начинать с крысоогра. Если я что-то хочу сделать. Хорошо. Так я и собираюсь чудить. Опа, единица. Но не дабл. Не вовремя. Почудил. Почудил, дил, дил, идет. Дабл единиц, трипл единицы мне пришли. Чудо совершит, да, я не знаю. Это реально бред. Просто. Такая чушь. Орка там 5 плюс легко. Ну, 4 плюс от хвоста получаются. У меня не получается 2 плюс. Ну, что это такое? Опять же, причем достаточно критический момент. У меня не удалось. Он реально достаточно критический сейчас был. Дело-то не только в этом. Он еще и пробился. А нет, он не пробился. Хорошо.
Фриц сюда будет с этим парнем. А может быть не ушел? Может быть ему бы пришли дабл единицы? Рашпиль, ты как-то, знаешь, слишком странно мыслишь иногда. Почему у меня одни провалы? Хотя бы иногда оппоненты тоже должны проваливаться. Так почему бы не начать провалы с того, что он не, вот здесь бы не прокинул? Один, ну, как бы 1-1 бы на додж пришло. Отстой. Какой же отстой. Стоим. Он, правда, нас переселил теперь этим блицом. Если он еще сюда встанет, то будет печально. А, он сюда встанет. Умри давай. Не, рестлом сложнее зайти, и минус 3 будет. Рестлом просто минус 3 будет. А пока что орки нас продолжают давить интеллектом. Блин, как же сильно маг игру испортил. Внутри он что-то дропнулся. Так, команда вроде неплохая. Ну, не самая плохая, ладно. 3 травмы, тем не менее все живы. Буренка. Не знаю, нормально команда. Не выдержал сквигов, что ли? Mm-hmm.
Ту-т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 у-
Не. Кругом у всех все хорошо. Только у меня что-то не очень. Да, еще шестерка. Пробой. Нокаут. Отлично. Крыс не осталось. Ну что, время грязнить? Так, это 50%. А это... мне кажется, это посложнее. Так, ну чё, 1-2 нас все равно как бы порит, поэтому бьем. И понеслась. Так. А ты мне что предлагаешь? Тот бы поймал. Да-да-да, есть такое опасение. Да блин. Додж, конечно же. На ГФ и упал. Печать, беда. А теперь не отдоджился. Но в любом случае там 1-2. Я бы ничего не выбросил. Наф. Я хотел отшагнуть, чтобы меньше такл зон было. И не было интерцепта. И вот сюда выбросить. Ну тут как бы 1-2-1. Тут опять не повезло. Хотя вот здесь серия хорошая была прокинута. Но 1-2-1 как-то мне все запороли. Я надеюсь, что Аркота тоже покидает 1-2-1. Потому что, ну, по ощущениям, их просто не было у него в игре. Он... Пятерка плохо. Здорово, холодное тело. Да, можно сказать, игру выкинул.
Да хватит все успешно кидать-то, успокойся уже. То же самое, да? Game, set, match. Да, вот здесь вот в конце успешно. Прям такая череда успешная. Я не знаю, почему он не стал реролить. Вообще в черка. Не, вообще не верю в Сид. В крайнем случае ему отсюда придется пасовать, если он заберет мяч. И я буду интерцептить. Я качну этого гатора. Ну, не знаю. У меня два парня добегало. Можно было посчитать. Даже если ты плохо считаешь, то как бы раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я прям вот так могу добежать. О, здравствуй, Джимич, давно тебя не было. Как сам? Как осенняя хандра? Как морозы? Не хвораешь? Главное, ни один из блицеров не отбегает. Остается только чёрк, который должен идти по атакозонам. Четыре. Ну да. Вот так. Блин, меня маг больше всего расстроил. На пенсии все прекрасно, спасибо. О, ну. Если все прекрасно, то это уже хорошо. Ну, правда, на пенсии обычно там погода не слабо так влияет. Орка же все было хорошо, что сделал гриб. Он не стал реролить кетч. Стокер, да, конечно, еще играет. Он с орков перешел на дворфов и довольно хороший результат показывает. По крайней мере, я кому-то слегка игру облегчил, да? Да. Следующий матч слегка облегчил. Да, он орком изменил.
Ну, не смог. Что там? 5 плюс додж и 5 плюс подбор. Надо было делать, наверное. Шестерочка на деньги берем, 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 берем. Еще и этот дали штуку. И не, очень неплохо упал МВП. У него, кстати, вообще отлично упало. 10 пробоев на 11. Ну, блин, учитывая количество наших фолов, я с руки, походу, вообще не пробивал. Две травмы сделал. Две травмы получил. Хм, странно. По ощущениям было больше. Ладно. 10, 15. 10, 12. Откуда 3 лишних СПП? Одно было пасом. Откуда еще 2? Откуда еще 2 СПП лишних? 10, 15. 8, 10, 12. Жибао, кстати, он кого-то травмировал, и в ответ его унесли с поля.